Ну, я думаю, на этом мы закончим. Хватит хуйней заниматься. Ой, оперный театр. Ни хрена ты какой квадратный-то есть. РПГшник, блин. Ты не сатанист какой-нибудь? Нет, не анорексия не болеешь, не? Нормально все. Звездец, полное освещение еще такое. Справа кто-то шуршит. Такие штуки три будут. Это первый еще. Ой-ой-ой, вон он. Вон он пиздал. Иди ко мне, детка. Скрываем глазик. Где вы, мать вашу, уйти? Чужие. Чужие. Еще чужие. Иди ты нахер. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Давай, сдохни, козлиная крышка. Да, я, далека. Ну, в принципе, они одинаковые. Штыки как у наушников, да, похож такой? У моно, моно наушников. Или в гитару. О, блядь, сука, его не было, прикиньте, его реально не было. Нихера себе я испугался. Капком любит натыкать себе такой штук. Блядь, это пизда, я так и знал, нахуй. Ёбаный ты в рот, блядь. Пошел ты в жопу, козел, блядь. Меня отравил еще, пизду, блядь. Пошел ты нахер. Давай, беги, блядь, быстрее. Беги, блядь, лес. Пошел он нахер. Мы сюда возвращаться не будем. Блядь, ты ебаный пизда, блядь. Откуда вы, суки? Все появились. Куда бежать, я не знаю. Я не знаю, побежал, мне нужно назад возвращаться. Всем привет, с вами Кэтсунеко. Мы продолжаем играть. Наконец-то мы продолжаем играть в Resident Evil 2. Remake Remastered Edition. Modition Modification. На PlayStation 4 с японской озвучкой. Получено наград. Какие-то награды, там пальто Ады нахрен оно нужно, я не знаю. Давно не играл, вообще не помню, что это. Такие, какие тут кнопки нажимать даже? Я забыл. Нажимаем режим истории. Давайте, я вот хотел давно попробовать, но никак не все забывал. А вот такой вы видели костюмчик? Переодеть персонажа в выбранный костюм. RPD, да. Высокополигональный Леон и высокополигональная Клэр. Ну, конечно же, мы еще проходим сюжет за Леона. Прикиньте, уже сколько лет прошло. Сколько этой игре уже? Лет 5? Нет? Нет, я ошибаюсь, да? Вроде в прошлом году вышло, если мне не изменяет память. Леон у нас будет квадратный такой. Высокополигональный, можно сказать. Шутка юмора, ниже это низкополигональная моделька. Так, смотрим, вообще хрен его знает. Тупо по времени, 23. А, стоп, это не время игры, это количество. Текущее время было на тот момент, когда я запись сделал игровую. Так, 13.05, 28 штука сохранения. То есть 28 раз я сохранялся. А автосейв у нас идет 7.07. 36 мое сохранение, с него мы начнем. Давайте я нажму кнопочку Х. И Аннет вновь предстала перед Адой. «Хватит играть в кошки-мышки», — заявила раздраженная Ада. Но агент сохранила хладнокровие и быстро разобралась с Адой. Тем временем Леон, потерявший сознание от кровопотери, пришел в себя и отправился на поиски Ады. Вам это что-то говорит о чем-то? Я вообще ни хрена ничего не помню. Ну да, я помню, что Леон вроде как в какой-то канализации или где он-то просто. Ой, оперный театр, ни хрена ты какой квадратный-то есть. РПДшник, блин. Ты не сатанист какой-нибудь? Нет, не анорексии не болеешь, не? Нормально все. Ладно, теперь что нам делать? Куда нам вообще идти? Я понятия не имею. Давайте вместе вспоминать. Мы в комнате мониторная, называется, прям таки, да? Здесь у нас какие-то штучки-дрючки, отверстие для штекера. Штекера, конь у нас есть, конь. Какая-то штука, пешка, это, наверное, херня, как ладья или там кто. Я не знаю, я. Что делать и куда идти? Давайте посмотрим инвентарь. Что же у нас имеется? У нас есть приспособление для... чего? Не знаю для чего. Средних размеров просто написано и все. Это, короче, какой-то ключ, кронштейн, да? Что-то подъемники какие-то юзать, использовать. Блестященький такой, немножко зачуханный, поношенный временем. У нас есть W870 дробовичок, Матильда 24 заряда и громовой ястреб. Это у нас, по-моему, как идет как револьвер, да, но он идет как бы как магнум, что ли. Или я ошибаюсь? Итак, что у нас есть в сундуке? Где наш сундук? Как бегать вообще? Бегать ты как умеешь-то? Прикиньте, я забыл, как бегать. Так, это прицелиться. Там, походу, на какие-то гранатки метать можно, да? А, ой, ёперный ты бабай, блядь.
Как гранату-то метать? Я сначала, скажи, на дебила кусок, да? Ее сначала надо выбрать, наверное, и поставить. Так? Нет? Ага, ты пос... А, все, и вот я лупень, а. Надо было нажать на ножик и крестовинка переключаться на шумовую нож и либо гранату. Ясно, понятно. Это что за хрень у нас? Это для винта. Боеприпасы револьвера. Мощнейшие боеприпасы. Но это мне ничего не дает. Давайте заглянем в ящик. Хилок у нас с собой нету, нужно взять. Что за чемодан? Да, можно вставить видеокассету. Не знаю, где ее взять можно. Так, тут еще как-то сортировать можно по восстановлению, да? Тут у нас клох смесь идет. Ключи какие-то ненужные я собираю, нахрена. А вот, кстати, деталь для устройства тут у меня есть. Электронный USB ключ. Что-то я его где-то использовал, помню. Пленка у нас еще есть. Во, видеокассета есть. А, мы ее уже посмотрели, да? А давайте возьмем и туда пихнем. Не знаю, это что у нас? ЗК. Полностью восстанавливает запас здоровья. А это очищает тело токсинов и восстанавливает незначительно. Берем хилочку с собой. Так, короче, я тут побегал где-то полчасика, посмотрел, чего куда вообще идти. Всю карту нахрен оббегал, понять не мог, чё куда. Короче, мы с собой ничего не будем брать. Оставим все как есть. Ну, не знаю, вот взять на всякий случай вот эту лечилку. Пусть будет, лежит. А как ее переместить? А, вот квадратик переместить. Бежим, короче, сюда. Чё у нас стоит? Матильда, да? Да, капец, когда долго не играешь. Хрен его знает, куда, чего, зачем. И для чего. Вон горит табличка «Выход». Мы бежим туда. Потом... Эй, разворачивайся, ты чё? Квадратники ли он? А, обратите внимание, лежат два бича. У одного было, кстати, простреленное яйцо. А сейчас почему-то нет. И он чем-то недоволен, рот открыл. Мать твою, идти. Какая рожа у него страшная, блин. А, стоп. Нам нужно сюда. Бежим, бежим. И мы в прошлом видосике остановились на том, что нужно спуститься в эту страшную херню. Здесь, кстати, ключик нужно взять. Берем ключик. Ключик от... Сейчас посмотрим, от чего. От участка канализационной сети. Мы уже в прошлой серии его видели. Наверху, наверху у нас там всякая херня. Мы... Короче, там, давайте посмотрим. Но факт в том, что мы тут никуда не попадем, потому что тут сложен гидравлическая ерунда, которая открывает эту дверь. За этой дверью что-то по-любому интересное. Поэтому мы бежим назад. Спускаемся вниз. Вот тут начинается прикол. Но тут мы остановились в прошлой серии. Отсюда мы и начинаем. Вот этот херабас. О, из него вылез чужой. Что это за хреновина? Наня доска. Ну он тоже какой-то в шпе прям. Некрасивый дядя лежит.
Здесь мы не пройдем, тут у нас все перебито. Тут какое-то говно текет, непонятно, кишки какие-то все мокрые. Все в говне в каком-то. Трупачье всякое, блин, это вообще. Чужие из них вылазят, блин. О боже, все хуже и хуже, действительно. Действительно. Тут просто давим аналог. Ой-ой, вперед. Смотрите, что это? Что за кишки? Вообще мерзость какая. Бе-бе-бе. Бяка. Тут вообще чей-то кто-то кишечник оставил. Похоже на большое сердце, типа, ну, правда. Нет, много кишок, сильно много кишок. Здесь мы переключаемся на... Ну, попробуем... Нет, лучше вот на этот пистолет. Револьвер. Вот эта вот херня. Она сейчас оживет. Давайте попукаем с нее, с Матильдой. Она сделает так. Стреляем. Лазик. Так, ножом, ножом. Ножом. Хуячим, хуячим. Вот так. Да, детка, да. В прошлый раз я тут спустил весь дробовик, всю Матильду. Матильда у меня оставалась одна, патрона. Дробовика вообще ни хрена не осталось. Здесь таких штуки, я вам сразу скажу. Слышите? Жесть какая. Звездец, полное освещение еще такое. Справа кто-то шуршит. Таких штуки три будут. Это первый еще... Ой-ой-ой, вон он, вон он. Он опездал. Иди ко мне, детка. Вскрываем глазик. Где вы, мать вашу, уйти? Чужие. Чужие. Еще, еще чужие. Да иди ты нахер. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Опа. Давай сдохни, козлиная трышка. Да, я, yeah. Да, детка. Блин, ну мы тут поберегли, конечно же, патроны. У нас есть в этом, как он. Здесь шорткат, типа быстро можно пробежать, там спрыгнуть. Тихо. А вон, вон, вон еще один, это третий был. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Ух, гусиная эта шея, блин. Вот. Аж дух перехватило, мухи летают, козлы. Причем тут мухи, да, скажете? В общем, у нас в сундучке есть порох. Можно сделать, будет патрончики. Нужен качественный порох, да, для дробовика, там, я уже не помню. Понаделаем себе, короче, патрончиков, как мы повернемся. Смотрите, тут вообще Silent Hill какой-то, реально. Попадаешь как будто в другой мир какой-то. Вот это что это? Мочевой пузырь чей-то вообще? Понятно. Оно все тут, смотрите, кишит все. Все заражено. Хотя брызги были бы такие пчух-пчух. По нашему низкопоригональному Леону. Разлетались бы здесь. У нас... В квартире газ. Видите, трубы идут. А это идут с газом. Там лежит секретный бонус. По-любому. Фига при увеличении у него на башке. Смотрите, какое качество текстур на волосах. Палитра. Здесь где-то был листочек. Листочек. Ты где? Зелененькая травочка. Травушка. Траванушка. Вот здесь. Видите, как я круто управляю этим персонажем. Аж сам не понимаю. У меня идет дезориентация, куда, где я нахожусь. Так, вот она. Какая-то она. Фиолетовая или какая? Непонятного цвета. Красная трава. Написано, мы объединяем с и зеленый. И у нас получается две хилки. Это меня уже радует. Мы их рассортируем как-то так. А, кстати, да, я еще там гранаты тратил.
пока бегал. Тут у нас небольшая логическая херобора. Уши чешутся опять. Заключается она в том, что тут нужно всякие штуки впиховывать в разные штуки. Здесь у нас написано Night Plug, то есть король. Вот это вот приколюха, я не знаю, что у них там шахматисты какие-то, блин, разрабатывали эту игру. Здесь у нас королева. Queen Plug, да? Да, Queen. Там нужен король. Это королева. Давайте посмотрим на фигурку с королевой. Шахматную. Далее. Да, из разработчиков кто-то... Точнее, не из разработчиков, а кто придумывал сюжет, фигню. Любил, наверное, шахматы. Или шахматы ассоциируются с такой логической игрой, умной. Поэтому сделали с фигурами шахматными данные загадки. Корпус этого штекера сделан в форме шахматного ферзя. Ферзь. Почему написано Queen? Непонятно, люди, реально, смотрите, Queen же написано. Queen — это королева. Это не группа Queen, где этот Фредди Мерфи визжит в этих в обтягивающих лосинах. Такой бородатый, волосатый дядька. Так, я же сбился, куда мне нужно идти. Смотрите, вот здесь выход, получается, короля сюда надо пихать. Сюда нужен королева. Давайте мы ее сюда воткнем. Давай, втыкайся, втыкайся, королевна. Так, что мы тут видим? Лестница наверх, картонные коробки. И здесь нужен король. О, щит, а где же мы возьмем короля? А тут у нас какая-то пуха лежит. Во, охренеть. Охренеть, не встать. Упасть и пиксели все себе нахер поломать. О, блядь, кто здесь такой? Ты кто? Я этого не помню. Это слизун, слышь, случаем? Какого там? Слайзер, слайгер, блин. Слизер, блин. Не помню. Вот еще одна шахматная фигура. Это у нас шахматного короля, да, написано. Там ферзя почему-то. Но видно, что король. Крестик у него такой. Ну, в принципе, они одинаковые. Штыкер, как у наушников, да, похож такой. У моно. Моно наушников. Или в гитару... О, блядь, сука, его не было, прикиньте, его реально не было. Нихера себе, я испугался. Его не было. И вот этой херни не было, это чё это? Это еще трава, прикиньте, реально, я вам отвечаю, прям его не было. Я вот бегал уже недавно. Рука оторвана. Чё у него? С глазами. Щит. Да. Его не было. Блин. Охренеть. Так. Здесь стоит королевна. Сюда мы ставим короля, чтобы открыть... Кстати, что у нас со здоровьем? Внимание написано, да? То есть, в принципе, мне можно было зелененькую травку скушать, да и ладно, не будем ее есть. Король. Это что у нас? Король. Потому что королева она у нас там. Берем мы пушку. Химический огнемет. Удерживайте R2, чтобы выстрелить из огнемета. Чем дольше вы жмете, жжете цель, тем сильнее разгорается пламя. Класс. Давайте я его сюда вниз поставлю. 400 у нас этих, да, зарядов. Здесь дверь не открывалась, поэтому мы ее открываем. Она снаружи открывается. Давай. Там лук. А, знаете, почему его не было? Я его убил. Вы, наверное, могли обратить внимание, когда вот появляешься здесь наверху. Он вот здесь свисал с противоположного... На перилах, короче, он свисал. Я когда спустился, ну, первый раз сюда, по лестнике, я смотрю такой, вот где-то здесь он там висел, вот тут, по-моему, напротив, да? Тут же я где-то его завалил.
Вот, я его думаю такой, а, по-любому он, типа, ну, как бы этот, ну, типа, живой, не просто так он там лежит. Я, короче, ему бах в бошку, он сразу сдох, видимо, и упал. Поэтому его не было. Так, чё я сюда залез-то, блин? Нахрена? Мне сюда не надо. Вот в чем прикол. Здесь нам нужен... Кто? Король, да? Король у нас есть. Нет? Нет у нас ни хрена. У нас ни хрена нету. Поэтому... Идем назад. Вытаскиваем... Короля... Вытаскиваем короля. А, тут нам нужна королевна, да? Вытаскиваем отсюда королевну. Ну, типа королевна, она... Это... Что нам сказали? Ферзь. Надо запомнить, что ферзь — это королевна. Может, это с русским переводом такая лабудень? А, сюда нужно короля. Ой. Королев нужна была. Ну, пусть будет королевна. Потом. Сюда короля. Так. Оббегаем. Забираем королевну. Разворачиваемся. Бежим, забираем короля. Снутри уже. Запомнили? Я тут сразу... Тоже не сразу догнал, минут 5, наверное, бегал. Потом только понял. Все. Откройте дверь, используя штекеры, получите детали. А, вот здесь же нам пишут задания, да? Я думал, где задания пишутся? Получите... А, получено. Детали устройства нужно. Штекер в форме ферзя. Штекер в форме короля. Это мы все получили, теперь откройте дверь, используя штекеры. Вот тут мы возвращаемся назад. Идет автосейв. Видите, слева наверху кружочек такой. И все, я прошел до этого момента просто. Назад я уже не возвращался. У меня есть подозрение, что вот эта вот штука, смотрите, она еще живая, падла. Может и жить. Нет? Нет. Фуф. У меня аж сердце так, знаете, так... Когда мимо него пробегал. Ладно, Матильду используем. С ней, по-моему, как бы пободрее бежит, да? Здесь короткий путь. Мы спрыгиваем. Тут ничего нет у нас. Никаких тайных, секретных штучек-дрючек. Капком любит натыкать всякой такой штуки. Блядская эта пизда. Я так и знал, нахуй. Ёбаный ты в рот, блядь. Пошел ты в жопу, козел, блядь. Меня отравил еще пиздюк, блядь. Пошел ты нахер. Давай беги, блядь, быстрее. Беги, 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 блядь, лес. Пошел он нахер. Мы сюда возвращаться не будем. Отравление. Боженьки, бороженьки. Вот, вот эта синяя трава, она от отравляшек. Трудно дышать, говорит Леон. Да потерпи, брат Тюня, потерпи. Мы уже, уже. Блять, ты ебаная пизда, блять. Откуда вы, суки, все появились? Куда бежать, я не знаю. Я не туда побежал, мне нужно назад возвращаться. Но можно в лифт, в мастерской подняться. Да, да, да. Давай, 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 родной, беги, беги, беги. Нужно вывести токсины, давай. Братюнь, потерпи немножко. Децл осталось. Давай лифт вызовем. Я, правда, не помню, куда он нас приведет, но куда-нибудь в хорошее место, это точно. Крепись, крепись. Так, где мы находимся? Короче, мы находимся где-то... Где-то здесь.
нам нужно куда-то бежать. Я не помню куда, прикиньте, я сейчас, у меня паника легкая такая. Нам, короче, нужно срочно куда-то идти. В середину, да? Вот в мониторную, короче. А чтобы туда попасть, нужно... Не, по-моему, нужно назад бежать. Потому что... Где-то там надо спрыгивать. Хер на него. Давай нажимай. Бесит меня уже этот пиксельный. Задохлишь. Так. Нужно бежать. Да давай, 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 давай. Не ссы, парниш. Мы победим по-любому. Здесь налево. И вот этот мудак. Мы бежим, 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 бежим. И поднимаемся наверх. Прям наверх. Давай, 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 давай. Я так и знал, что эти мудозвоны повылазят. Разработчики такие, блин, решили нам. Фух. Да Децл еще осталось, погоди ты. Прямо, потом направо, потом налево. И будет все ништяк. Давай, давай, вот он твой. Спасательный ящик. Есть у нас синее, вот. Очищает тело. Хранилище. Сразу используем. Фух. Траву тоже положим, она нафиг не нужна. Тут у нас еще какой-то ключ был. Давайте отсортируем по восстановлению. Смотрите, сколько синей травы. Кстати, можно было просто синюю траву съесть и все. Ну, я заодно и похилился. А, вот он. Еще шахматная фигура. Так. Можно, в принципе, патронов себе сделать. У нас есть порох много. Высокий порох. Высококачественный и обычный порох. У нас его много. Но если из двух порохов обычных делаются обычные патроны, да? Я так полагаю. Но это мы явно не зарядим, а вот Матильду мы зарядим. Еще у нас 8 патронов останется. Нормально, да? Но ему все равно что-то это так нехорошо как-то. Но хилка у нас одна есть. Давайте я сохранюсь. А в следующей серии мы пойдем разгадывать загадку вот с этими фигурами. Ну а на этом я заканчиваю данную серию. С вами был Кэтсунеко и пиксельный Леон. Еще услышимся. Джаре!